Здравствуйте, мои дорогие зрители и гости моего канала. С вами Татьяна Егорова-Речкалова, город Ростов-на-Дону. Хочу представить вам вот такую новую коллекцию. Бусы пришли от Ирины Сергеевны Белецкой, и, соответственно, все, что вам не подходит, удлинить, укоротить, сделать, переделать, можно обратиться к ней напрямую. Контактные телефоны под моими контактами. Итак, поехали. Аквамарин, розовый кварц и аметист в огранке. Диаметр 12-13 мм через мелкое радированное серебро, и по краям вот здесь тоже серебро. Красота, красота невероятная. 45,5 сантиметра плюс 5,5 цепочка. Стоимость 4900 рублей. Так, белый нефрит серебром. Давайте вот это все сниму и буду показывать вот таким образом. Вот наша рукодельница Ирина Сергеевна. Вот такое колье изготовила. Это белый нефрит, проставочки серебро, замочек серебро и вся фурнитура тоже серебро. Белый нефрит 10 миллиметров, длина 47,5 без удлинительной цепочки. Цена 5900 рублей. Можно обратиться к ней, она изготовит браслет к колье, если будет нужно. К этому колье есть вот такие серьги. Полностью серебряная фурнитура, серебряные швензы. Длина серьги 4,6 грамм, вес серьги 3,8 грамма. 2000 рублей стоят серьги. Так, колье с зеленым нефритом и серебром. Колье, смотрите, зеленый нефрит обладает эффектом кошачьего глаза. Это восточно-саянское месторождение, Россия. Длина 48,5 сантиметров, 4650 рублей. Вот такие сказочные серьги есть к колье. Стоимость их 2000 рублей. Серьги полностью серебряные. Далее. Бусы из лабрадора. Фантастический лабрадор. Смотрите. Он и желтый, и оранжевый, и зеленый. Каждая бусина переливается. Вот такие очень веселые бусы. Полностью серебряные, замок и фурнитура. 44,5 сантиметра без удлинительной цепочки. Стоимость 3050 рублей. 3050 рублей. Бусы из рутилового кварца. Ну, фантастика, конечно, что там говорить. Сейчас поближе попробую вам показать. Вот они, прозрачные. Переливаются. И вот с такими рутиловыми включениями. Полностью серебряная фурнитура и серебряные проставочки. Замок серебро. Стоимость 3700 рублей. Разноцветные бериллы.
собраны через мелкое радированное серебро. Вся фурнитура и замок тоже серебро. Ну и вот с такой бусиной на счастье. 46 сантиметров без удлинительной цепочки. Стоимость 5300 рублей. Вот такой амазонит. Собран через серебро. Замочек и все остальное тоже серебряное. Ну и вот такая серебряная бусина на счастье. Амазонит ручной огранки. Стоимость 3700 рублей. Апатит 12 миллиметров. Собран через радированное серебро. Замок и фурнитура радированные. Длина 45,5 плюс 5,5 цепочка. 3750 рублей. Седой обсидиан. Шикарнейшего качества. Смотрите, все бусины переливаются. Все абсолютно играют. 10 миллиметров через мелкое радированное серебро. По краям бус тоже серебро. Замочек и фурнитура радированные. Стоимость этой красоты 1500 рублей. Шерловый кварц 11 миллиметров. Красота из красот. Собран через мелкое радированное серебро. Вся фурнитура и замок серебро. Длина 48,5 сантиметров без цепочки. Стоимость 4000 рублей. Белый нефрит. Чокеры. Вот такие. Длина 51 сантиметра. Вот их две штучки пришло. Стоимость 3500 рублей. Аметист 12 миллиметров фантастического качества. Смотрите, прозрачные бусины, шикарные. Вот такая красота. Собран через мелкое серебро, фурнитура и замок радированы. Стоимость 2500 рублей. Две ниточки изумруда пришло. Изумруд натуральный, прозрачный, ювелирного качества. Рандели в огранке разных размеров. Фурнитура и замок серебро. Без удлинительной цепочки. Длина 50 сантиметров. Стоимость 5000 рублей. Рубин. Покажу поближе. Смотрите. Камни с включением. Вот так. Ранделечки. Длина 49 сантиметров, вся фурнитура и замок серебряные. Стоимость 10500 рублей. Черная шпинель. Вот в таких ранделечках. В огранке разных размеров, ювелирного качества. Фурнитура и замок серебро без удлинительной цепочки. Длина 49,5 сантиметра. Стоимость 4300 рублей.
празеолит. Коммерческое название — зеленый аметист рандельки. Значит, он вживую светло такого очень нежно-зеленого цвета. Камера показывает его серым. Фурнитура и замок серебро, 44,5 сантиметра без удлинительной цепочки. Стоимость 3300 рублей. Аметист ювелирного качества в ранделях. Вот такая красота. Посмотрите, камешки все разные. Вот они. Длина 44 сантиметра без удлинительной цепочки. Стоимость 3500 рублей. Сказочные бусы. Это родохрозит в ранделях. Красота вообще невероятная. Полностью серебряная фурнитура и замочек. Длина этих шикарных бус 50 сантиметров без цепочки. 5500 рублей. Рубин ювелирного качества в ограночке. По краям бус серебро. Длина 40 сантиметров плюс 5,5 удлинительная цепочка и 42 сантиметра. То есть это все-таки чокеры. Вот он 40 сантиметров, а вот эти будут...